Рузаль, здравствуйте. Так что такое счастье? Счастье для меня лично это когда просыпаешься утром и видишь солнце. Когда иной раз зимой снег стучит в окно, если есть окно. Счастье это чувство непередаваемое. Его невозможно просто так объяснить. Для меня счастье это когда ты живешь. Когда ты живешь ради кого-то. Ну, сейчас мне не для кого жить. Поэтому я несчастливый человек. И у меня ничего нет. Ни матери, ни отца, ни родины. Саля, скажите, вы мечтаете о чем-то? Нет. Нет? Мечты нету. Неужели ничего такого не хочется? Ну, может быть, просто желание. Чего бы хотелось в жизни? Я хочу, чтобы люди не страдали, чтобы не было боли, не было войны. Ну, этого, мне кажется, невозможно достичь никак вообще. А для себя? А для себя я ничего не хочу. Все, что было у меня, я потерял. И вновь приобрести нет желания? Не то, чтобы нет желания, нет возможности. А желание? Желание, конечно же, есть, но как я могу воскресить мать, например, отца? У меня тетка родная квартиру отживала. Я на улице сейчас под мостом. Понятно. А что вы пожелаете людям, которые могут увидеть это видео? Я пожелаю, чтобы они были счастливы и никогда не попадали в такую ситуацию, в какую попал я. Потому что из этой ситуации выхода уже нет. Это точка невозврата.